Всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Сегодня я буду играть в террарию и продолжать убивать боссов. И кто же на этот раз будет у нас? Конечно же, у нас будет сегодня босс Скелетрон. Кто не знает, кто такой Скелетрон, смотрите видео дальше и узнайте о Скелетроне. Так. У меня, похоже, залагал, но ладно, сейчас перезайдем. В принципе. А, нет. Блин, ну ладно, я уже вышел. Такое бывает. Просто террария очень много весит, поэтому и придется перезаходить в игру. Поэтому не обижайтесь, то что из-за этого видео получается такими долгими. Так, Рокнет. Ой. Так, давайте подождем пока. Вот. Тикари. Так. Также со Скелетрона может выпасть карта пиратов. Надеюсь, по названию понятно, то что карта пиратов. Это, конечно же, вызывает пиратов, если кликнуть по карте. Но это на Android версии, а в ПК версии уже будет гораздо интереснее призвать пиратов. Пираты будут на летучем корабле, будет лучше. Но я, наверное, скоро уже перейду на ПК версию, потому что уже на Android мне уже делать нечего. Как тут у меня уже тут все есть, вещи, крылья, например, летучие мыши и так далее. Так, ну что ж, чтобы его призвать, для этого нам потребуется дождаться ночи и найти его храм, убежище, по-любому называйте как хотите. Так, сейчас я полечу в ту сторону, потому что я уже находил этот храм. Так, надеюсь, я правильно лечу. Так, ну да, вот у нас он, замок сам. Тут вот проклятие, надо снять с него. Как и нажимаю, если хочешь войти, возвращайся ночью. Закрыть. Ну, думаю, я на этом приостановлю видео и увидимся через секунду. Итак, я продолжаю. Блин, у меня вылетела террария опять, как обычно. И ничего не видно, наверное. Но я буду светить топориком. И нам быстрее надо добраться до Скелетрона. Так, давай быстрее. Так, куда мы упали? Блин, давай быстрее топай, тормоз ты. Еще лучше. Замечательно просто уже, замечательно. Так, я, наверное, пока дойду. Хотя, ну, ладно, все-таки покажу вам, как я дойду до места уже этого проклятого. Надеюсь, что теперь у меня ничего не случится. Я уже думал, я топошнулся первый раз. Ну, пожалуйста, я успею. Опять? Да что? Итак, я продолжаю. И давайте быстрее проклятие нажмем. И появляется у нас Скелетрон. Как видите, я вот
нажал на этого чела, на вот этого вот старичка, и старичка боровичка. И как видите, победили мы его. Ну, я его быстро победила, он просто самый легкий босс для меня, кажется, в террарии. Самый изи. Так, что ж нам с него выпало? Нам выпала маска скелетрона. Давайте наденем и посмотрим, как же она выглядит. Вот как видите, она выглядит. Вот вы видите это. Так. Ну, опять у меня вылетела террария. Ну, да ладно. Ну, когда вы убьете скелетрона, конечно же, вы пройдете немного влево. Влево. Потом увидите там то, что есть проход вниз. Это его пещера там. Вы должны туда спуститься. Там будет много сундуков всяких. Типа данжа и всякого такого. Ну что ж. А пора, думаю, на этом серию закончить. Если вам понравилось видео, поставьте ему палец вверх. Также подпишитесь на мой канал. Все будет в описании под роликом. Всем удачи и пока.